Поступившие к главе обращения носили разный характер. Ремонт кровли в доме 2, микрорайон Молодежный, проведение интернета по улице Трудовая, возможность щебенения улицы Набережная. Только некоторые из поступивших вопросов. В преддверии летнего сезона жители обращали внимание на дорогу к городскому пляжу, которую необходимо подготовить для удобного проезда транспорта. Если погодные условия позволят, мы проводим обязательное грейдирование каждый год, для того, чтобы было возможно подъехать, в том числе на легковых машинах, к пляжу. Также горожане обратились с просьбой об организации специального автобусного маршрута на пляж. Возможность его курсирования также будет проработана специалистами. Звонки главе поступили от неравнодушной жительницы дома 8 по улице Коммунальная, которую беспокоит находящаяся поблизости и вызывающая опасность бесхозная постройка, и жительницы первого микрорайона, которую волнует тема торговли рыбой без соответствующей документации. По каждому обращению Владислав Денисов давал ответы непосредственно во время общения, а также поручил специалистам разобраться в каждом конкретном случае и помочь людям в решении проблем. Все поступившие вопросы глава взял на личный контроль. Ирина Мерзлякова, Елена Чирыкова, Александр Трегубов. Наш город.